Сейчас у нас небольшой видеообзор бинокля Барска. Сейчас я покажу вам его состояние. То есть, в принципе, он почти новый. Немножко затерта надпись. И мы сейчас его вам полностью покажем со всех сторон. Так, тут видим. Здесь вообще надписи очень хорошие. Так, линзы. Тоже линзы очень в хорошем состоянии. Так, мы смотрим зум. Все довольно видно. Смотрим спереди. Давайте ее покрутим немножко в руках, чтобы вы лучше могли видеть. То есть смотрим. Линза целая. На другую сторону. То есть то же самое. То есть все четко. Все работает. До встречи. Будут вопросы, пишите.